Библейское пророчество про кровавые реки, кажется, сбывается в Иордании. Бассейн Мертвого моря там окрасился в красный цвет, что озадачило даже ученых. Они сейчас пытаются установить причину тревожных изменений оттенка воды. По словам экологов, такое явление иногда встречается в природе, в прудах, вблизи морей из-за обилия редких бактерий и красных водорослей. Однако вода покраснела только в этом водоеме, остальные остались чистыми. Это вызывает у специалистов недоумение, и они считают все, что пророчество сбылось. Подписывайтесь на мой канал, и вы узнаете много чего интересного происходит в нашей стране и за рубежом. Я дам ссылку, посмотрите. Очень интересное явление. Такое можно увидеть только один раз в жизни.